Добрый вечер. Так много слов прекрасно. Что хотела сказать про мастерские. Мы скучаем с Анатолием, что сегодня к нам пришло 2,5 человека. Я понимаю, что Лорес и Донской, они не каждый год приезжают сюда, но, ребят, ну там пока к ним в очереди сидите, вы к нам забегаете тоже иногда, нам просто одиноко. Я вам прочту сначала стихи о природе. Любая лесная плутовка присела на край шалаша. Хорошая птица, кедровка, да чем же она хороша? Похож ее голос на скрежет, уж так она гадко орет, как будто бы кто ее режет, как будто бы кто ее бьет. А раньше ее не бывало в глухих подмосковных лесах. Она к нам перекочевала в лихих 90-х годах. Жила она к северу ближе, но, видимо, дикий писец ее выживал и довыжил. И вот она с нами и здесь. Казалось бы, вот конкурентка, но сойка не тронет ее, и рыжая бестия белка, и норка ее не берет. Вот так закрутила природа практически райский сюжет, и нам бы так, братским народом, но нет. Thank you.